15 минут. Итак, я надеюсь, многие из вас догадываются, что мы летим в Сплит, в Хорватию, для того, чтобы поддержать наших парней в решающем матче, как это неудивительно, с хорватами, друзья. Смотрят фильм из боя с Том Хэнксом, по-моему, да? Один известный футболист. Профессиональные болельщицы. Абсолютно бесплатно. Едем на самый важный матч в этом году. Да. Что пожелаешь сборной? Выигрывайте. Все? Лаконично, просто. Просто, ребята, нет, мы будем за вас болеть. Хотим, чтобы вы показали сегодня по-настоящему крутую игру. Давай зарядим тогда последнее. Вперед, Россия, вместе. Раз, давай. Два, три. Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Так, друзья, хочу сообщить, что через 5 минут мы приступаем к снижению. Мы совсем скоро приземлимся в городе Сплит. Погода прекрасная. Друзья, ну вот мы и в Сплите прилетели очень большой, дружной, веселой компанией. Погода здесь прекрасная, тепло, не то, что у нас в России. Мы сейчас направляемся в центр города, там немного погуляем, а затем сразу на стадион болеть за наших парней. Со мной Саша, СТ. Саш, скажи, пожалуйста, как летелось тебе вообще, как атмосфера в самолете? Потрясающе, было очень круто, вообще масса удовольствия, мне кажется, весело летели, и кричалки были, и розыгрыши ценных призов, я бы сам себе оторвал бы их, да, но мне приходилось разыгрывать. Слушай, классно, очень позитивно. Друзья, ну вот мы уже в Сплите, рядом с его старой частью, которая охраняется ЮНЕСКО. Мне пришлось переодеться, чтобы не провоцировать хорватских болельщиков. Также воздержимся от того, чтобы брать у них интервью, чтобы завершить этот репортаж в целости и сохранности. What do you think will be the score today? 3-0 to Croatia. No. Наша следующая остановка – стадион Полют, где уже будем готовиться к матчу и болеть за наших парней. Друзья, ну а мы добрались до стадиона Полют в Сплите. Совсем скоро на эту поляну выйдут наши парни и зарубятся с Хорватией в решающем матче отбора на чемпионат мира 2022. Вы просто посмотрите на эту атмосферу. До игры еще 2 часа, но трибуны уже заполняются. Несмотря на дождь, обещают 35 тысяч хорватских болельщиков и около 600 наших. Вы только посмотрите на эту невероятную атмосферу. Нашим парням будет очень непросто, но мы в них верим! Every time when Croatia plays here or Hajduk, it's magnificent atmosphere, so I think it will be today also. I hope the rain will stop. It will stop. It will stop? The rain will stop? You promise. Could you tell me, please, do you know any Russian words? Нет. Нет? Да. Да. Добрый день. Yeah, something like that. What do you think will be the score today? 2-0 за нас. 2-0 for the home squad. For Croatia! It will be 3-0 for Croatia. Have to be optimistic. 3-0. And that's better for you. Best result that you can expect today. I can't agree. Побывал сейчас у хорватов. Они очень оптимистично настроены. Все говорят, что у нас вообще шансов нет. И в лучшем случае мы там 0-3 сольем. Что можешь ответить им? Я думаю, они правы, но будем цепляться на ничью. То есть ты так достаточно пессимистично настроен? Реалистично настроен. Я, то есть, буду ничью или победу воспринимать как дополнительный бонус. Вышли на поле, и был просто оглушительный гул. Не задавит ли он наших парней? Я уверен, что нет, потому что Карпин с таким сталкивался, как футболист, Карпин сталкивался, как тренер.
теперь как тренер национальной сборной. Парни у нас не, ну, как бы не первый день замужем, поэтому я думаю, все будет нормально. Если бы был пустой стадион, было бы хуже. А большой стадион с такой толпой, с таким огнем, это должно быть запоминающееся для ребят. Удобнее победить так. Мы верим в победу. Мы должны их просто победить и поехать дальше. А как будем бороться с болельщиками-то? Как будем докрикиваться до наших футболистов? Перекрикивать. У нас нет шансов особо, но мы верим в чудо. Прям слово, как я хотел сказать. Ты мысли читаешь или кто ты? Я уверен, что вот эти парни позади меня сделают все возможное, чтобы наши парни почувствовали максимальную поддержку от всей России. Когда в России будет столько людей приходить на футбол? А, к сожалению, наша проблема немножко в другом. Даже когда у нас в России приходит 35 тысяч на футбол, они так не болеют. Это когда-нибудь изменится ситуация? А, думаю, что нет, но мы должны понимать свои плюсы, потому что когда мы побеждаем, наверное, мы радуемся так, как они радоваться не умеют. Ну что, нам осталось 45 минут. Продержимся. Очень-очень-очень будем поддерживать. Мы надеемся, что мы не просто продержимся, что мы прорвемся. Мы сюда за этим приехали. Победы, победы, победы! Побеждать! 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 Не тот результат, да и не та игра, честно говоря, которую мы хотели бы видеть от сборной. Нам не хватило совсем чуть-чуть. Что ж, поборемся за путевку в марте. До скорой встречи!